Это тот самый депутат Дмитрий Вяткин, который знаменит своими словами. Его спросили, он призывал всех активнее участвовать, так сказать, вступать в ряды бойцов СВО. Его спросили, а он-то сам, он подумал и сказал, что нет, но он сам нет. Он все-таки как кандидат от народа, депутат Госдумы, важнее, чем СВО, его работа, лично его работа в Государственной Думе. Это тот самый Вяткин, у него папа то ли прокурор был в Челябинске, то ли еще какой-то крупный силовик. Там скандал был с замком, ну, сын за отца не отвечает, папа все вопросы, как я понимаю, к себе снял, молодец, честнейший человек, тоже спорит. Замок, так сказать, вилла такая, ну ладно, это потом, может, что-то, какие-то еще вопросы появятся, пока все тихо. Это Вяткин, который прославился вместе с Хинштейном тем, что предложил давать 2 года тюрьмы за клевету в интернете. Сейчас уже 5 дают. А они предлагали 2. Вот, так сказать, оклеветал человека. Ну, правда, Хинштейн очень радовался, что эта статья редко применяется. Она не редко применяется. Она вовсю применяется. Но уже не 2, а 5. Но вот этот вот Вяткин, он за 2 года, если ты в клевете, если ты в кого-то в интернете оклеветал. Просто надо сначала думать, что вы предлагаете в Думе. Напомните, пожалуйста, 9 лет тюрьмы за краснокнижный гриб. Под осиновик с белой шапкой. 9 лет. Приняли. 2 года, потом 5 лет за клевету в интернете. Приняли. Да что только не приняли. А потом удивились, ой, сколько народу уехало. Миленькие, Ли Куан Ю говорил, если страной неправильно руководить, из нее все уедут.